Здравствуйте, с вами Андроид. Андроидыч сегодня хотел поговорить о стратегии от первого лица, которая называется Skull Legends. Нажимаем, я прошел уже один уровень, вот наша карта, по которому мы с вами перемещаться. Ну, давайте выберем вот следующий уровень, который нам нужно пройти. Игра обладает очень симпатичной графикой и необычным самим игровым процессом. Сейчас вы поймете почему. Так, ну вот тут у нас дополнительные тут луки. Усиленные и усиленные, ну, различные штуки мы можем с вами модернизировать. Даже есть магазин, в котором мы можем приобретать различные стрелы, ну, и всякие бутыльки и многое другое. Ну, давайте сейчас перейдем непосредственно к самой игре, нажимаем Battle. Так, ну, мы сейчас заполним, так сказать, наши... Так, ну, все, и начнем сейчас с вами играть. Очень интересная игра. То есть, это представляет себя обычный Tower Defenders, да, только... видом от третьего лица мы будем стрелять от первого лица, из лука. Вот так мы направляем. Сейчас мы будем подавать различные вот эти вот скелеты, которых мы надо убивать. Мы направляем, держим кнопку и отпускаем нашу стрелу, чтобы она попала в наших вот этих вот зомби, которые на нас нападают. У нас разные виды стрелы есть. Есть также усиленный удар, который позволит нам убивать практически сразу этих скелябриков. Вот видите, у меня не очень хорошо получается. Вот усиленный удар. Давайте попробуем его использовать. Раз и... Они практически ко мне пошли. Вот, подошли и победили. Ну, не так уж просто, конечно, потому что первый уровень я легко и просто прошел. Но сейчас я попробую напрячься и все-таки пройти его гораздо лучше, чем в первый раз. Вот давайте. Сейчас я точно у меня получится. Интересная игра, думаю, многим понравится. Так, я как понимаю, надо вот в эти финюшки стрелять, чтобы подбить. Здесь у нас жизни наши. Сверху показывает также количество зомби, которое на нас идет. Так, попробуем сейчас выстрелить вот в эту. Так. Наверное, надо использовать вот этот. А, ничего не получается у меня, к сожалению. Ну, блин, что-то уж больно сложно. Так. Можно сказать, на последнем дыхании я их убиваю. Итак. А, отлично, я успел. Какой-то чувак тут, видите, попробуем сейчас моего из сильного выстрелить. Как видите, враги, они разных типов бывают. Есть усиленные. А есть такие простые. Ну, вот первую волну я смог все-таки справиться. Еле-еле у меня это получилось. Но, скорее всего, какой-то не использую какие-то возможности. Вот эти вот. Ага. Понятно. То есть какие-то... нам помогают, я так понимаю, вот эти штуки будут. Вот. Интересная игра. Сама концепция, как бы, она похожа на все остальные. Да, вот сам геймплей. Не геймплей, а вот... сам процесс игры, но вот именно реализация, то, что можно выстреливать от первого лица, это очень-очень-очень сделано прикольно и интересно. Вот видите, я пушку поставил, она сейчас будет уничтожать вот этих вот с этих зомби в кольчуге. Вот, крутая, интересная игра, всем-всем советую, потому что все действительно круто сделано. Давайте я сейчас этих уничтожу, чуваков. Могу приобрести еще, нет, не накопил, к сожалению, денег мне не хватает пока, но игра очень-очень интересная. Вот с вами был Андроид Андроидыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.